Бывшего главу Каталонии лишили депутатского иммунитета. В пятницу Европейский суд решил не приостанавливать процедуру снятия неприкосновенности с Карлеса Пучдемона и двух его соратников Тони Камина и Клары Пансати. Она была запущена после того, как в марте за нее проголосовал Европарламент. Позже иммунитет каталонским политикам вернули, несмотря на возражения официального Мадрида, который добивается их выдачи. Суд посчитал риск ареста и экстрадиции недостаточным аргументом и подчеркнул, что депутаты находятся под юридической защитой при перемещении на места проведения парламентских заседаний. Нет оснований полагать, что власти государств-членов ЕС могут исполнить европейские ордера на арест и выдать депутатов испанским властям, говорится в постановлении. Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости Каталонии. На родине бывшему президенту женералитета грозит тюрьма по обвинениям в растрате и подстрекательстве к мятежу.